Когда дед доверил свою машину внуку. Дед, научи меня на машине ездить, пожалуйста, а то папка постоянно орет, с ним никогда не научишься. Да помни, внучок, пока ты сам не научишься ездить, никто тебя не научит. Поэтому я тебе доверю машину, и вот по поляночке будешь ездить, осваивать уроки вождения. О, вот это круто, конечно, дед. Когда кто-то на уши давит, сидит сбоку, блядь. Вообще ничего не получается, только нервничаешь. Короче, давай, езжай садись. Я ж сказал по полю. Батя, куда пока цемент положить? Вон, положи пока на стул. Окей. Спасибо большое, дед, я теперь себя чувствую настоящим, незнакомым, крутым профессионалом. Йо-йо. Шарф в рукаве и перчатки.